Спас. Второй раз спас. Это очень тяжело. Пять собак на удочке практически нереально. И еще видео. Все, папа. Рита! Все. Ну ничего страшного. Ошметок-то остается. Оп. Красненький ошметок. Его хорошо видно. Освещение у нас хорошее. Гидромолодец! Рита молодец! Орлан молодец! Тургут молодец! Орлан молодец! Фурия! Фурия! Молодец, Фурия! Гидро взяла. Отдай. Гидро отдаст. Сейчас есть попросить. Ну-ка, дай быстро. Вот так вот. Отдает. Молодец. Ну, с телефоном это неудобно. Но я сейчас уже как этот. Научился, короче, если телефон я уберу, то я уже научился их пятерых выматывать, но они не все, они все равно не так активно работают, когда 5. Но никто не стоит, вот в чем прикол. Если работать на результат, то надо по один, ну то есть по одной собаке или максимум 2 на результат. А так вот очень удобно, чтобы никто не стоял, все двигались, чем-то занимались, вот, и выгул идет эффективно для выхода, то есть. У нас кокулик, чтобы в туалет побыстрее сходить. Ну-ка, брось! Гидра! Бросай, все, дай. Ай, молодец! Молодец! Кто? Опять гидра. Гидра молодец. Все, отдай. Ладно, видео надо завязывать, а то мне неудобно. Они только ловят, короче. Вот, как-то так. Всем добра.